со 2 по 4 июня в специализированном зале столичной школы Олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука пройдут открытые межрегиональные соревнования по настольному теннису «Волжские зори. Будущее России». 2 и 4 июня будет жарко в центральном ядре стадиона «Олимпийский». Здесь пройдет чемпионат и первенство федерального округа по легкой атлетике. 3 июня на центральном пляже столицы республики пройдет межрегиональный турнир по пляжному волейболу среди женских и мужских команд на призы спортклуба «Лава». 4 июня в поселке Бурнары на стадионе ФСК «Рассвет» футбольная дружина «Химик Август» в рамках первенства России по футболу «Вторая лига» принимает коллег из Ижевска.